По вам КПшен, да? Да, оружие поздно противник. Это, блядь, понятно. Это рандомщик. Паша, это что? Да, враги, враги, враги. Их там трое уже, за камушком. Блядь, я ничего не сложил, может, блядь. Семерку к вам готовят. Ныкайтесь, ныкайтесь. Там семерка все еще с трубой. Ну вот, не вижу. За камнем выше него, который метров 20 слева. Слева камень, не вижу. РПГ в нас есть. Попадание в меня с РПГ, но мне помню. Дымят, 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 блядь. Дымят входы. С какой стороны? Юг. Сетка прострелила, это зеленая, нет? Минометы. Я спустился один вниз. Запада, севера, запада. Да, вдоль дороги, север от вас. Низинки. Ниже дымов уже. Метров на 150 ниже дымов. Бля, не вижу, он дорогу перешел в нашу сторону? Да-да-да, он сейчас прямо у вас под стенами выйдет с той стороны. Прям в упоре. Западный, да? Западный, да. Да, пока. Перебежал, спрятался. Может, я даже какие-то шаги слышал, кажется. Вот. Актер где был? Все нормально, все нормально, все нормально. А кто стрелял? Софья. Софа? Все нормально. Отлично, не отвечает. Я вам написала на КВ. Ой, на этой на карте бегает рядом. Черт, бегает, а где вдруг валяется? Так гранату кидала до этого еще. Что за машина идешь? Баха наш. Это не Бэха, блядь. Ну. А, это Урал. Он в союз. Урал заехал. Враг, 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 по-моему. Враг был, вроде. Даже если не враг, мы уже похож на него. Все, минус, да. Это был стан. Там один был. Это правда, что-то. Особо не усовываюсь, я думаю, они еще немножко закончатся этим триггером к нам пойдут. Если они, конечно, вообще закончатся этим триггером. Но тут их бэха не пустит по этому склону. Они ничего не сделают. Они будут, скорее всего, обходить северо-восточнее, поэтому я ушел на север. Это? Что? А ты живой, который. Сейчас убивать пытаюсь. Работают по триггеру. По триггеру? Да-да-да, вижу, вижу двое, трое. Не, низинки говорю, за домами. О, дорога? Домики. Два домика, севера триггера, вдоль дороги.
Он тебя ранил, умудрился? Да я сам в шоке, как пострелил. Шайтанчик, ты так не подумаешь? Я их убиваю. Понял, принял. Там метка уже стоит. На эти глаза не красиво. Бэха хорошо работает. Только пишет. Можно сейчас попросить Хорус Бэхи, пока не работает по этим домам? Хорошо. Потому что они за склоном сидят. Я их обойду и спина убью через минуты две. Просто меня бэхи могут все свои положить. Еще одного убил. А вам? По бункеру нашему. По мне, я бы даже сказал. Тут еще есть, это низинки. Откуда по вам пролетело? Ага, вот. Да, это в низинке, походу. А, ты тут из триггера летит. Это с триггера? А, ты что ли? Это мы сейчас, да, это у нас цель. Ну я убил там семерочника. Может быть он. Слушай, там. Тут были еще одни СМГшники. Со 180-й пехи гуляют. Где? На 180-й юго-восток идет. В районе бэхи нашей. Понял. Тут какие-то замесы на севере. Там бэх наш катает. И пытаются выбить. Все, тут метки можно стирать западные, там никого больше не вижу. А, еще там один, ёпта. Метку. Там же, за домами. Я только что оттуда ушел. Работа. Дай мне время. Да. Все. Go.
глушитель. Глушитель 340, значит, каких там враг был? Там союзников я видел много. У вас троянцев, да-да-да. Троянцев. Ну, там глушитель работает. Да, мне не сказал. Петер, ты что-нибудь видишь? Пока нет. Айдар ярче юг и запад. Наблюдай, ты куда? Да-да. Сейчас, блядь, в лесу кто-то, блядь, мелькнет, ебашь туда с РШГ, там нормально накроет. Я сказал седьмому кино, громко северным не выходить. Там пара пех выбежал. Перебирается, если не КВ, короче, с бублином и все. У семерок там кто-нибудь, блядь, живой, есть какие-то движения? Да, живые. На кромке убивай, на кромке... Север откуда-то. Хожу. Ебать, ты чё, как... Это вражеский пуск. Моё здание прилетело, блядь. Там отделение, на 50 отделение. Да. Да шо едет, едет? Техника на юге. Прут свой спор. А. Так, там передают, что метров 50 спав от триггера. Ой, на 40-50, короче, 500 метров он стоит. Да, да, есть там. А их кого-то убил, кого со спор, нет? Блядь, сейчас нас прут выбьют тут нахер. Куда он поехал на РП, блядь? Я знаю, я ему дал ГПшку, больше не видел его. Ну вот он на юг побежал один раз, я видел, я по нему стрельнул. Я разъебу нахуй. Минус. Контакт. Это вам, моя метка высадки, которая синяя. Ну, видимо, все. Что там, все чисто? Ну, у них техника, то где все. Понял.
Слушай, можешь меня прикрыть? Я сейчас вот, вот эту трубу быстренько возьму, а то у меня херня полная. Давай, аккуратно. Юг или запад, Ерш? Юг от меня. Я тогда смещаюсь на запад, потом на юг. Тут вроде чистый север. Если хочешь, могу тебе прийти. Не надо, я просто сам подойду. У тебя сто работает тут? Да я. Понял. Просто в кусты, потому что он упал. Куда? На юг. У меня срывается. Бля, с юга по нам, сука. Сейчас по вам, да, этот работал? Вот это по вам? Ярче жив? Вот это сейчас чья граната была? Я моя. Я в этом лесу выкинусь, чё. Ты в этом лесу? Да, уже да. Дай мне время. Понял, не кидаю. Мне просто чувак тут. Ярче минус 4000. Давай на резерв тогда. Там предлагают на штаба перейтись внутри. Кто? Враг. Убил, 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 убил этого оглушителя. Давайте на КВ штаба. Погоди, погоди, секундочку. Не надо, не надо. Фронту передайте, нахуй, пусть он захуярит, блядь. Так, ты видишь, что там метка правильно? Ну, он получает слева от моста, блядь. Надеюсь, я триггер работает, вот здесь мостом. Это я, блядь, бегу. Не, я не стрелял. А кто по мне стрелял? Здесь противник у нас. Черная метка на юге, противник был. Отличный способ следить за информацией на канале – это вступить в группу ВКонтакте, ссылка на которую есть в описании под видео.